тоже. Вы знаете, вместе по камере. Хотя Леня тоже вместе, но по другой камере. Сразу будем с ним надзирателем, потом с этим зэками. Паршу там. Сходите, не бояться. Даже вон сковородка стоит. Видел бутылки с ними, да? Что пицца, что да. Много высказываются о событиях, как они должны развиваться. Но кто-то понял, это, конечно, особое восприятие ситуации. И если Борис Николаевич увидит, как все это выглядит... Где-то тут... Но... То есть вы за поездку? Да, я за поездку, но это не самоцель. Моя машина! Мой телевизор. Там у любого политика есть но. Снимай хорошо. Это не самоцель. Что еще твое? Если будем просить ваше, то... У нас буквально 15 секунд до конца программы стоит, как, например... Самоцель на стоит. Там много что-то там. А ты снимал? И вы знаете этого героя. Это герой. С 33-го года забрали отца. Бывшего отца своего не помнит и не знает. Не есть. И вот она как, всю жизнь, значит, работали, она работала полгода, 9 лет. Ну что, она ела хлеб и уксус в воду добавляла, чтобы кислинка была. А на дороге кино. Да, кино. Классно, да, у дороги. И макароны тебе тут. КамАЗ, кухня. Передвижная. Так, рэкет. Сейчас сын выстанет, скажет, хлопцы, почем у вас тут что? Ага. Как магазин. Провали. Несколько слов для протокола. Я тебе потом запишу. Не знаю, что говорить. О, тоже хорошо. Тоже ответ. Интересный. А вы девушка, что там все красти? Богатая женщина. 20 тысяч долларов. Пожалуйста, дару тебе. Только что напечатал. Лова-лова. Витя, что он за группа, ты знаешь? Знаешь. Ты же знаешь. Не помню. Самая популярная теперь. Наверняка. О, давай я хоть сюда. Витя, что ты прицепился? Кто-то по моим ногам ходит. О, ляни рыбу ловить будет, Сергей. Все, дело пошло. А вчера ноги было, ты мне не вступил. Ты носки стирал. Хотите избавиться от тараканов? Подходите, смотрите кино. 50 рублей минута. Ловушки для тараканов, рейд, защита от насекомых на 3 месяца. Дают шанс нашим предпринимателям укрепиться в экономике. Социология парламентаризма.
Спасибо, что вы пришли. Оставайтесь с нами. Красоту бальзама ополаскивателя Эльсеф фирмы Лореаль. Часть переговора с Индорвеевым. При этом президент... Байк, тань большим. Ух ты, прекрасная новая квартира. Еще мои завтраки есть. А петрушку? Потому что нет? Нет. Петрушку. Красный рейд убивает ползающих насекомых. Рейд убивает насекомых. Чтобы найти нужную вещь, хвалу... Меня хотят покормить травой, а я не поддаюсь. Меня я... будешь? О, здесь, гляньте. Травку. Папа голодный. Есть лишь нечего, только травка. Но насколько я знаю, делать это как раз... Я не говорил с моей женой. Это сотни вдвоем, тысяч. На сиденье сзади. Десятки тысяч. Газовый баллон. На них контролеры, в огромном количестве контролеры с билетами коммунистической партии. И других тоже. И международных. Как поставлять эту штуку, просто будет чрезвычайно трудно. Не бывает детей. Спасибо за ответ. Пожалуйста, следующий вопрос. Вопрос к участникам сегодняшней передачи. Может, живот болит. Ой. За кого они решили? А что я ем? Агитация должна быть сейчас. Агитация. Это главная агитация. Дальше я буду меня ругать. Давайте следующий. Еще. Вот, сынок, смотрю телевизор. И сплю. И буду спать здесь. Мне, часа в два, вот мы без 5-8, наверное, 2 часа, так, 8, часа 3 будем дома. Так что ложите спать и не ждите нас. Мы с тобой найдем восхитительное романтическое место. Что с ней во всем? Привет от Леоника и от Сергея, и от всех остальных. Потом мы поженимся. Выключи, выключи. А потом?